Уважаемые друзья, сегодня 29 сентября, и цикл сушки песчанского, который мы убирали и показали вам 4 дня назад, завершен. Сейчас мы будем разгружать и проверять качество ореха после сушки. Вот как смотрится наш песчанский. Ну, прямо тут, не отходя от касы, мы делаем ковку. Вот. Я думаю, что это очень качественный орех, хорошо высушен. Вот именно феномен уборка делает качество. Вот тут отразился. Убрали в перикарпе, очистили от перикарпа, помыли. Через пилинг пропустили, добились вот этого блеска прекрасного. Значит, и на финале прекрасный результат. Ну, сейчас посмотрим. Ну, пожалуйста. Один орех лучше другого. Качество. Я бы не сказал, что чандли лучше качества. А по выполненности ядра песчанский у нас впереди Европы всей. Выход 55 до 60%. Ядро крупнорельефное. Вот сейчас мы посмотрим, как это смотрится на улице, на свету. Кто когда-то занимался орехами, тот сможет оценить вот это вот качество. Можно много рассказывать, как работает наш цех, который мы сами придумали, из металлолома сделали. Дешево и сердито. Но когда смотришь на эту продукцию, как она будет смотреться на прилавке, сравнить с теми обычными серыми комочками. Пожалуйста. Что может быть лучше такого ореха? Идеально высушенный. Скорлупа тончайшая. Ну, пожалуйста. Любой орех. Пожалуйста. Скорлупа, видите? Тончайшая скорлупа. Я просто боюсь травмировать ядро. Что к этому добавить? Вот он, как выглядит прошедший нашу технологию орех, и как он отлично сохранил свое качество. Пожалуйста. Он после сушки отлежится и будет естественно, мы будем этот орех продавать в скорлупе в целом виде, в таком виде, как он есть. Ну, я ради, так сказать, информационного интереса сделаю колку на камеру, как обычно это мы делаем, для того, чтобы
остановить. Пожалуйста. Сереж, здесь идеальный вариант. Пожалуйста. Вот скорлупа. Обратите внимание. В его описании, описание сорта песчанский госкомиссии, дается 69% выхода ядра. Я такого еще не получал, но госкомиссия тоже, наверное, значит, вряд ли она кого-то обманывает. Да. Песчанский из года в год доказывает свое превосходство. И при разумной технологии он по качеству не хуже Чандлера. Ну, скажем, здесь выход ядра будет где-то под 55-58. У Чандлера, дай бог, получить в нашей зоне, при наших температурах, дай бог, получить 40. Дай бог. Я не критикую Чандлер. Чандлер – это вершина ореховой селекции. Но он хорош там, где есть 4000 200, 4500, 4800 градусов активных температур, а у нас на 3200, 3500. Он не успевает выполниться, не успевает созреть древесина, не успевает сформироваться плод, как положено. Значит, и вот это все в совокупности. Приходит декабрь, ударили морозы, весь сад стоит без листьев, а Чандлер, особенно вариант, который мне завезли из Испании, из Барселоны. Значит, этот, он стоит в листьях зеленый. Или снег на них падает. Потом они осыпаются, естественно. Но мы знаем, что это такое. Это значит, практически дерево ушло в зиму, не закончив вегетацию. Отсюда есть слабая устойчивость к морозам. Сейчас мы показали вам песчанский. Следующий будет кагальничану. Вытащим на божий свет кагальничану, который прошел сушку, обработку, и покажем вам. Ждем кагальничану. Уважаемые друзья, продолжаем сегодняшнюю утреннюю съемку. Сейчас уже время после обеда. Мы рассматривали качество после сушки вот песчанского. Вот так он выглядит. Вот. А для сравнения рядом вот это вот кагальничана. Вот видите, он вроде бы как лакированный. Но, естественно, никто его не лакировал. Это просто пилинг-машина поработала. Очистила его от мелкой грязи, от волосков, от шероховатостей. И вот такой получился у нас кагальничан. Он продолговатый. Но есть не такие удлиненные, есть покороче. Но, в принципе, вот это песчанский. Вот типичная форма песчанского. Пожалуйста. Это кагальничан. А теперь посмотрим, как его качество. Песчанское мы уже убедились. А кагальничану посмотрим сейчас. Немножко перестарался. Вот видите. В принципе, скорлупа достаточно тонкая, ядро красивое. Пожалуйста. Вкус у него прекрасный. По сравнению с песчанским он несколько более такого светло-янтарного
цвета. Ну, в принципе, дай бог побольше таких орехов. Пожалуйста. Пожалуйста. Орех малость пересушим, он постоит недельку, влажность стабилизируется. Также малость пересушен, он крошится. Если постоит в открытом контейнере недельку, дней 10, он будет как раз в самый раз. Итак, это песчанский. Это кокенечан. Так работает наша техника. Прелесть. Действительно, вот эта формула, что уборка делает качество, это истинная правда. Кокенечану. Кокенечану песчанский. По мере возможности мы будем показывать вам остальные сорта. По мере времени, потому что для того, чтобы это все изобразить, надо располагать время. А сейчас у нас осень, и приходится вертеться, как белка в колесе. Поэтому не обессудьте. Мира всем, здоровья всем, быть добро.